Я взял кое-что. Надеюсь, ты не против. Думаю, теперь мы квиты. Разумеется, да. Бери, что нужно. Устранители дышат мне в спину. Я не знал, что Роуз мертва. Ей надо было просто уйти. Не доказано, что за этим стоит Блю. Блин, Эйден, да все может быть. Сам видишь, тут много чего не сходится. Подтасовка голосов, сделки, грамотный пиар, и все это замяли. После смерти Роуз они создали это. Я не знаю, что к чему, но этот код опасен. Что-то вроде... Я толком не въехал, но это как-то связано с политикой. Кандидат. Так вот, что он хотел. Уничтожь этот код, чел. Остальное можешь делать, что хочешь. Знаешь, Эйден, я... Мне жаль Клару. И мне. Плохи дела, с какой стороны ни глянь. Будь осторожен. Некоторых вещей лучше не знать. Компании Блюм придется объяснить появление сети рядом с графическим роликом, содержащимся. В сети появилось шокирующее видео. Мэр Рашмор убивает женщину Розу Вашингтон. Она, бывший работник сети ОС, год назад ее объявили пропавшей без вести. Мэр воздержался от комментариев. Мэрия официально заявила, что видео смонтировано группировкой ДЦЕК с целью дискредитации мэра. Может, и сошел. Но, Ники, ты не получишь. А за смерть Клары еще ответишь. Героем себя возомнил. Ты новости видел? Ты весь город держишь в страхе. Идиот самовлюбленный. Ну давай, иди ко мне. Покончим с этим. О, забыл сказать тебе одну вещь. Ты оценишь. Я разлучил сети ОС. Полностью. Я внутри системы. Наслаждайся шоу. Димон. Жду я, значит, свой поезд, и вдруг вырубается свет. Говорю тебе, это только начало. У Дэмиана полный доступ. Только через мой труп. Этот психопат не тронет мою крошку сети ОС. Покажу тебе уязвимость, о ней он не знает. Сможешь отключить систему? Спустим его с небес на землю. Я позвоню оттуда. Рад, что ты в строю. Люблю приносить пользу. Thank you.
воистину чудо инженерной мысли. Идеальная система. Идеальный город для идеальных людей. Мне нравится, что в Блюм говорят о возможности взлома. Удобная позиция. Хакеры? Да что вы. Видео суперсовременная. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Самомнение. Знакомый Эйден? Помнишь, к чему это приводит? Черт. Мне фаервол не взломать. Может, Тибон сможет? Он нас заблокировал. Его надо срочно отключить. Твою мать. Есть один способ. Но в прошлый раз были жертвы. Выбирать особо не из чего. Выкладывай. Вся сеть завязана на спутник. Вроде как предохранитель для CTOS. Я тут написал вирус. Неприятная хрень. Его надо загружать из трех разных точек. И что будет? Ну, твой при... Дурак точно заткнется. Будет заварушка. Это еще мягко сказано. На Амиго. Позвони, как загрузишь, мы все устроим. Думал, от меня так легко избавиться? Теряешь хватку. А я-то считал, что мозгов у тебя побольше, но ты такой же дурак, как и все. Да, бойкот объявил. Ранишь меня прямо в сердце. Выбиваешь из колеи. Ну же, Эйден, удиви меня. Делай свой ход. Обыграй меня. Давай. Ты сможешь. Дэмиан химичит с навигацией. Остановить хочет. Значит, по одному месту за раз. Против крутой защиты нет приема. Внимание, усиленный наряд начал поиски подозреваемого. Решил уничтожить город. Нет, зачем? Изувечить, изуродовать, чтобы все почувствовали, каково это лишиться будущего. А для тебя у меня особый подарок. Заметили преступника? Попробуй его протаранить. Умный город, мечта, да? Подождите, сейчас я его прижму. Он сам не остановится. Тарань его!
Здорово. Дальше отправлюсь в Лондон, пожалуй. Хочешь со мной? Отправлен внедорожник.
Готово. Залил вирусы. Ну что, приступим? Вернись к той точке, где мы начинали. Теперь она доступна как портовая... Ну, в общем-то, понял. Главное, ты получишь прямой выход на спутник. Дальше что? Ты говорил, он что-то вроде предохранителя. И не только. Заберешься, дернешь рубильник, так сказать, и привет! Если я нигде не ошибся, сможешь обнаружить Демиана. Скрестил пальцы. Допустим. Дай нам полминуты. Зачем? Полминуты внутри сети ОС. Мы внедрим туда код. Потом, после ребута, DeadSec смогут контролировать все изнутри. Мы приберем за Блум. Нам нужно только полминуты. Полминуты, и никто не узнает. Наш секрет? Будем работать вместе. Нет, я устал от этого. Ну тогда спасибо. Подключился к спутнику. Отсюда вирус Тибона перезагрузит систему. Я найду Демиана. И остановлю. Боже мой. Как же ты? Тебя тоже можно обвинить в смерти Лены. Интересно, с чего бы это вдруг? Может, продолжим? Может, надо винить тебя? Помнится, Мерло был твоим планом. Я каждый день виню себя за этот план, за встречу с тобой, за то, что не остановил тебя, когда мог. Я не повторю своих ошибок. Вижу проблему, решаю ее. А, да, Мститель. Я видел по телеку. Сейчас проблема это ты, и я иду за тобой.
Это маяк. Электричество тут есть. Это Дэмиан. Площадки. Так называют самую верхушку маяка. Вдовья площадка. Ты знал это? Я нет. Метка. Похоже, все идет к развязке. Вот, блин. Сюрприз так сюрприз. Речь будет, Дэмиан. Тебе есть что сказать? Они знают, кто я. И все? Да неужели? Знаешь, иди ты. Тоже мне. Наплевал на всех, чтобы добраться до босса. И ждешь славы из-за того, что дело твое правое? Ты обманул меня. Вот что главное. Я обманул? Ты виноват в смерти Клары. И племяшки. Кто-то семью отправил подальше, да? Они знают, какой ты. Ты неплохо держался, но все равно проиграл. Да, да, да. Боже, сколько можно трепать? А ты откуда? Прости. Новый контракт. Бросай пушку. Что? Давай, брось пушку. Оборжаться можно. Вы слишком сентиментальны. Вот в чем дело. Потому и облажались. Будет вам урок на будущее. Эй-эй-эй, телефон тоже. Давай. Давай, бросай. Не знаю, чего хотел Дэмиан в последние минуты. Наверное, смерти. Я думал, что отомщу за смерть ребенка. Но вскрылось столько всего. Ложь, коррупция, проблемы города. Но я стал другим. Я не живу прошлым. Не сожалею. Иду вперед. Все связано. Это поможет раскрыть тайны, защитить, а если надо, и наказать.